Всем привет, меня зовут Максим Тахтаров, я специалист из технической поддержки. Я дам совет, как пользоваться компьютером для начинающих пользователей. В наше время практически никто не пользуется компьютером без выхода в интернет. Но чтобы обезопасить себя полностью, необходимо иметь программное обеспечение в виде антивирусной программы. Антивирусная программа защитит не только вас от ненужной информации, различных программ и, в общем-то, проблем, но и ваш компьютер. Существует миллион уловок, с помощью которых мошенники заставляют вас просматривать свою рекламу либо устанавливать свои программы, засоряя тем самым ваш компьютер. Именно для этого и созданы различные антивирусные программы. Однозначных правил выбора антивирусной программы не существует. Выбрать ее вы можете, поискав информацию в интернете, либо положившись на мнение ваших друзей или знакомых. Защищайте свой компьютер, устанавливайте антивирус, обновляйте его и не подвергайтесь никаким атакам. Пока!